вечерите баскетбольного клуба «Енисей» правительства Красноярского края и Министерства спорта Красноярского края. Официальный партнер клуба – рекламная кампания «Ориентир-М». Особые информационные партнеры – «Авторадио» и телекомпания «Афонтово». Партнеры – терминалы платежки, мультисервисный провайдер «Телекома», фитнес-центр «Экселент», доставка суши «Рыба», сеть студий «Загара» «Гавайи», «Грин Вилла Лица», «Таежный квад», настоящие подарки со вкусом Сибири. Информационные партнеры – журнал «Выбирай», российская мультимедийная сеть RMC, справочная 2 «Все девятки», еженедельный журнал «Телесеть», дорожное радио 108 FM, спортивный портал «Ред Ярск», весь спорт Красноярск, портал «Сибновости», сайт 24авто.ру, интернет-аукцион au.ru, интернет-газета «Ньюслаб», сайт ngs24.ru. Начни день с главного. Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что сегодня у нас также традиционно состоится розыгрыш от оригинального центра спортивных сооружений. Традиционно в декабре наш город посещает Илья Вербуха с ледовыми сказками. И в этом году также 23 декабря на арене «Север» состоится новогодняя сказка «На льду» «Малыш Карлсон». И сегодня мы разыграем еще один билет на эту сказку, друзья. Сегодня он будет разыгран в рамках конкурса «Кинь на деньги». Ну что ж, естественно, традиционно готовьте ваши паспорта, если у вас вчера, сегодня или завтра день рождения, и готовьтесь в большом перерыве спускаться с приятными подарками от клуба и партнеров. Ну а сейчас давайте встречать бурными аплодисментами нашу команду на паркете! Друзья, обращаю ваше внимание, что возле пятого сектора работает детская комната, кстати говоря. Поэтому, если ваше чадо не усидит на месте и хочет подвигаться со сверстниками, то возле пятого сектора детская комната для вас. Стартовая пятерка мужской команды баскетбольного клуба «Енисей» Красноярский край. Василий Заворуев, Алексей Снехалкин, Александр Павлов, Тони Тейлор и Фрэнк Элигар. Бурные аплодисменты! Номер 5 Кэролин Паркер, номер 7 Душан Цветкович, номер 10 Дэна Делич, номер 12 Златин Георгиев, номер 14 капитан команды Йордан Бузов. Thank you.
Ненат Ильич, 2 очка. Номер 12, первый фол, на площадке номер 10, Денис Лукашов.
Мяч не засчитан. Душан Цветкович, номер 7, первый фол. Трибуны, все вместе. Енисей! Енисей! Мы на дне.
Савельевич. Сегодня у нас, давайте, половину, в седьмой сектор, половину, сектор
спасибо, давайте развиваться. Впереди у нас еще 30 минут, как минимум 30 минут интересного баскетбола в рамках Кубка ФИБА Европа. Александр Павлов, номер 24, второй фол. Стоп, 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 стоп.
площадке Василий Заворуев, номер 12, номер 17, Сулейман Браймов. Замена в команде «Римский спортист». На площадке номер 10 Леонид Телич и номер 14 Йордан Бозов. Ну что, позаряжаем все вместе? Енисей! Енисей! Дорогие друзья, если вы недавно подошли, еще раз обращаю ваше внимание на то, что теперь на всех играх нашей команды работает детская комната. Войти в нее можно возле 5-го сектора прямо с трибуны. С фойе. Да, с фойе. Ну что, все вместе? Thank you.
замена в команде «Рыльский спортис». На площадке номер 7 Душан Цветкович и номер 12 Златин Георгиев. Yeah.
Замена в команде рильский спортист Самоков. На площадке номер 33 Эван Бруицма и номер 6 Андриан Секуров. Замена в команде Енисей на площадке Фрэнк Элика, номер 15. До окончания второго периода 1 минута. Трибуны, бурные аплодисменты команде, они бьются за вас! Больше, больше! Фрэнк Элигар, номер 15, первый фол. На площадке Александр Мартынов, номер 3. Как говорится, как там баба ягодка опять, говорят, но вы, походу, ей
и были, поэтому вам все вместе. Во-первых, пицца от Гринвилла Пиццы, секунду. Во-вторых, солярий Гавайи, это сеть студии по солярии, сходите. И в-третьих, сумочку целиком, легко. Это от нашего партнера Радио Мир, здесь приятные подарки, два билета в кино и фирменная кружка Радио Мир. О, как классно, спасибо. Дмитрий Андреевич, также к вам переходим. Подарочек от нашего партнера Дорожное Радио. И также доставка вкусной еды, китайской еды Кимс. Ну что, переходим к броскам, как зовут вас? Андрей, вперед. Друзья, пятый мяч. Которая состоится 23 декабря здесь. Мы разыграем сейчас в рамках этого конкурса. Кто попадет в дужку или хотя бы в щит первым, тот и соберет. Сейчас, секунду, Роман Николаевич, есть следующий участник? Пожалуйста, как вас зовут? Алексей, вперед, мы вас верим. Главное, не заступайте. А, друзья, те, кто пришел с подарками, чуть позднее. Итак, Алексей. Это не в щит и не в душку, к сожалению, Алексей, не расстраивайтесь, идем дальше. Следующий участник конкурса, прошу вас. Как вас зовут? Марк. Вперед, Марк. Удачи тебе. Кстати говоря, партнер, еще один наш замечательный партнер, магазин «Алекс», также предоставляет призы на конкурс «Кинь на деньги». Ох, ты как было близко, Марк, не расстраивайся. Участник номер 4, как вас зовут? Виктор, вперед. Виктор, смотрите, попадаете в тушку и собираете, во-первых, от Аверса такие наушники классные, а во-вторых, билет на шоу Ильи Вербуха «Карлс», которое состоится здесь 23 декабря. Ох ты хорош, Анна, молодец! Давайте поаплодируем! Итак, вот билет. Мы сейчас сфотографируемся, да. И от нашего партнера «Аверс» наушники. Ну и участник номер 5, как зовут? Миша, давай, Миша. Нет, к сожалению, нет. Ну что ж, в следующий раз чекпот у нас возрастет до 17 тысяч рублей, а мы продолжаем поздравлять и еще раз поздравлять. Давайте в порядке живой очереди. Тимур Макеевич, вас поздравляем. Вам доставка китайской еды «Кимс». Попробуйте сертификат на 1000 рублей, очень вкусная штуковина. Валерий Владимирович, также вас поздравляем с днем рождения. Вам подарочек «Дорожное радио». И очень вкусная пицца от «Гринвилла Пицца», как всегда в день игры. Бонусная фирменная пицца, если вы придете в кафе «Гринвилла Пицца» после игры. Да, конечно, вам также в подарок доставка вкусной еды. Секунду. «Кимс» пусть будет, и от нашего партнера «Дорожное радио» также. Друзья, обращаю ваше внимание. Вот стоит передо мной Наталья Александровна. 3 дня назад Наталья Александровна получила вот такие корочки. Это не ФСБ, не еще что-то. Наталья Александровна – почетный донор России, друзья. Давайте поаплодируем человеку, не одну жизнь только спасла. Это очень-очень здорово. Наталья Александровна, вам, во-первых, от нашего партнера «Солярий», а во-вторых, «Гринвилла Пицца», а в-третьих, китайская еда «Кимс». Почетные доноры должны много и вкусно кушать. Ну что, друзья, на этом у нас сегодня награждение и дарение подарков заканчивается. Давайте немного отдохнем и настроимся на вторую половину. Учредители баскетбольного клуба «Енисей», правительство Красноярского края и Министерство спорта Красноярского края. Официальный партнер клуба, рекламная компания «Ориентир-М». Особые информационные партнеры, авторадио и телекомпания «Афонтово». Партнеры, терминалы платежка, мультисервисный провайдер телефона, фитнес-центр «Экселент», доставка суши, рыба, сеть студий «Загара» Гавайи, «Гринвилла Пицца», «Таежный клад», «Настоящий».
настоящие подарки со вкусом Сибири. Информационные партнеры. Журнал «Выбирай». Российская мультимедийная сеть RMC. Справочная 2+7. Еженедельный журнал «Теле7». Дорожное радио 108 FM. Спортивный портал «Ред Якс». Весь спорт Красноярск. Портал «Сибновости». Сайт 24авто.ру. Интернет-аукцион au.ru. Интернет-газета «Ньюслаб». Сайт ngs24.ru. Начни день с главного. Как насчет гармонии?
рабочих с китайской едой. Кипс. Доставка китайской еды в коробочку. Телефон 217-400. Сайт opengames.ru. Начинаю свой день с новости. Я отцов или нет? Открывайся новости. Новая в экономике политики. Сиб новости. Стройплата. Ищи сиб новости. Сибновости.ру. Смотри, читай. Думай. Аудитория 18+. Алексей. Ой, папа, вас мама и тогда там показывали. Это по телесеям. Все, что в нем есть, все показывает. Мама в телевизоре. Нашу жену. А выходные? Выходные. Так куда ходят? В кино или в цирку? Ну что, друзья, впереди вторая половина, аплодисменты, встречаем команду! Только успел. 105.2 FM. Это новый баскетбол. 27 ноября в 5 часов вечера во имя Зима мужская команда баскетбольного клуба НСИ проведет матч Китинга Лиги ВТБ против питерского Зенита. Начало игры в 5 часов вечера. Билеты продажи в кассе арены, терминал платежка и на официальном сайте клуба basketfizenisei.ru. Возрастное ограничение 6+. Это новый баскетбол. Ну что, друзья, 4 секунды, защищаемся вместе с командой. 3, 2, 1, пошли! Златин Георгиев. Boom! Dali Taylor!
Йордан Ботас, 14-й, первый фол. Златин Георгиев, номер 12-й, третий фол. Штрафные броски выполнял Фред Эллига. Василий Соловьев, 2 очка. Замена в команде «Рийский спортист» на площадке номер 33 Эвен Бруинсман. Тони Тейлор на подборе, но чужок в щите. Бурный полисмент и гарпол. Номер 33, второй фол. Замена в команде Енисей. На площадке номер 17 Сулейман Раймов. Наш мяч! Енисей! 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 Сумма! Златин Георгиев, 2 очка. Фрэнк Эллигар, номер 15, второй фол.
Георгиев. В команде «Енисей» замена. На площадке номер 10 Денис Лукашов и номер 16 Владислав Трушкин. Thank you.
прогрессирует. Скоро будет танцевать не только один танец, но несколько. Ну что, встречаем команду на паркете. Игорь Коныгин, номер 25, второй фул. Замена в команде Енисей. На площадке Тони Т. Енисей, Красноярский край, 4 командных фала. Иван Бруинсман, 2 очка. Замена Василий Заворуев, номер 12, первый фул. На площадке номер 7 Алексей Сдыхалкин, номер 24 Александр Павлов, номер 15 Фрэнк Эллика. Трибуны, пошуми! Иван Бруинсман. Что, друзья, давайте все вместе, никто не молчит. Златин Георгиев, номер 12, четвертый фул. Замена. На площадке номер 8 Николай Стоянов. Thank you.
номер 7, 3 фул. Замена. На площадке Денис Лафутев, номер 41. Сулейман Браймов, номер 17, и Владимир Пичкуров, номер 30. Замена в команде Болгарии на площадке Джерал Симмонс, номер 20. Thank you.
Кевин Паркер. Замена. Команде не сильно площадки номер 7 Алексей Издыхалкин, номер 24 Александр Павлов. Команде «Римский спорт» из самого
14 Йордан Бозов. Александр Павлов, номер 24, третий холл. Фрэнк Хелигар, ваши аплодисменты, друзья. Александр Павлов, номер 24, четвертый фол. Эван Бруицман, номер 33, третий фол. Thank you.
поддержки Флорида.
33-й, 4-й форум. На площадке номер 3-й Александр Мартынов. Игорь Коныгин, номер 25-й, 3-й форум. Енисей, Красноярский край, 4 команды «Хвала». У нас трудности с маркером. Подождите секундочку, друзья.